Друг, а перед тем, как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться серую кнопку «Вы подписаны», а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой! И всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. И сегодня мы продолжаем вместе с вами играть в нашу любимую и замечательную игру «Симулятор автомобиля 2». Но перед тем, как мы начнем, я покажу комментарии ребят из прошлого видео. Это они. Если ты тоже захочешь попасть в следующий ролик, как эти крутые ребята, нужно всего лишь-то подписаться на канал, поставить лайк этому ролику и написать просто любой комментарий. А также досмотреть ролик до конца и найти в нем кодовое слово. И тогда ты обязательно попадешь в следующее видео. В общем, что, дорогие друзья, сегодня, как вы видите, мы все-таки с вами взяли нашу новенькую Bugatti Chiron из обновления 1.3.5 или .1.35.5, я уже не помню, как именно, но, как видите, эта машина уже у меня, дорогие друзья. И сегодня мы с вами будем ее прокачивать и делать намного лучше, чем она есть. Как видите, это реально вот клевая тачка, вот можно пройтись и посмотреть, как она реально выглядит круто со стороны. Реально клевая, брутальная тачка Bugatti Chiron. И сегодня мы, кстати, узнаем, настолько реально она быстро самая в игре или нет. Мы сегодня проверим ее, получается, техническую часть и посмотрим, какая на самом деле крутая или нет. Давайте-ка, ребята, конечно же, попробуем поменять и цвет. Во-первых, я думаю, сделать что-нибудь такое и выберем и цвет какой-нибудь, ну, наверное, что-нибудь поприкольнее, может быть, зеленую или голубую, или давайте-ка попробуем ее сделать, может быть, красную, ярко-красную, что-нибудь такое вот, прям красное-красное, либо... Может быть, что-нибудь наподобие желтого, к примеру, можем сделать ее желтую. Жалко, что нет дополнительного цвета, который меняет переднюю часть. Ну, давайте вот либо желтый, либо, не знаю, я синий не хочу, мне уже надоело на синий смотреть. Поэтому давайте реально сделаем что-нибудь вот такое вот желтенькое, что-нибудь такое весеннее, приятное, такое летнее. В последний день, получается, весны, будем провожать ее на новом Bugatti Chiron, прокатим нашу уходящую весну на такой крутой тачке и покажем, что такое вам ха-ха-хи-хи. Конечно же, сделаем абсолютно крутую тонировочку, ей вот такую вот полностью черную. И, конечно же, выберем ей диски, наверное, побелее что-нибудь. И, конечно же, сделаем размеры просто крутой. Так, это еще машина не прокачана, она такая быстрая. Давайте-ка вот вообще ее прокачаем и узнаем, насколько она быстрая. Потому что многие ребята пишут, что эта машина должна быть самая быстрая в игре. Вот сегодня мы, кстати, с вами это и узнаем. Сегодня мы с вами это и узнаем. И, кстати, если вы хотите узнать, как скачать, как получить вот эту новенькую Bugatti Chiron абсолютно бесплатно, как у меня, то досмотрим ролик до самого конца. Чуть попозже я расскажу, как ее получить абсолютно бесплатно. Поэтому будьте со мной, и я в конце ролика обязательно расскажу, как ее получить абсолютно бесплатно. Вообще очень легкий способ, вообще без проблем каких-либо. Так, вот давайте, вот Т3, получается Т3, Т4, Т5, и мы практически уже прокачали всю Bugatti Chiron, а осталось совсем пару технических, получается, штучек, и практически у нас все, осталось дисковые тормоза прокачать и трансмиссию. Давайте Т3, Т4, Т5 и максимум, точнее, трансмиссию сейчас мы с вами прокачаем. Опа, изи, все получается, мы уже прокачали всю техническую часть. Давайте перейдем теперь к дискам, поставим ей какие-нибудь крутые диски. А, может быть, вот такие вот большие. Не, они на самом деле стрёмно смотрятся на такой тачке крутой. На этой тачке должны быть, на самом деле, реально крутые диски. А что нам предлагают из последнего? Это вот эти, да? Но они мне вообще не нравятся. Абсолютно скучные, неинтересные диски. Давайте вот, не знаю, либо вот эти вот. Либо... Что-нибудь еще есть у нас? Или вообще у нас нет ничего интересного? Давайте хотя бы вот эти вот, посмотрим, они реально большие и клевые. Может быть, и цвет им поменяем, сделаем желтоватый. Вот такие золотые сделаем. Йоу! Вот что-нибудь такое. Или давайте-ка оставим пока что белый. Да, давайте-ка оставим белый и попробуем сделать трансмиссию чуть-чуть, наверное, пониже. Или я не знаю. А вот прикиньте, реально, что сделать, если сделать вот такую высокую. Блин, как же она некрасиво смотрится, когда она высокая. Ну, давайте ее занизим и сделаем вот такую вот, наверное, чуть-чуть низкую.
Ну, главное, чтобы и не сильно заниженную, чтобы она не цепляла бордюры. И, конечно же, сделаем ей номер личи и поедем кататься и вообще проверять, насколько она быстрая или насколько она крутая. Давайте сделаем выпад, наверное, дисков тоже чуть-чуть. Что-нибудь вот такое вот. И давайте, наверное... Не, сирену ничего не будем добавлять. Зачем она нужна на этой тачке? Она абсолютно неинтересна и не нужна. Стробоскопы тоже, не знаю, нужны или нет. Давайте-ка проверим. Ну, вообще, я не понимаю, нужны они ей или все-таки не нужны. Ну-ка. Да не, особенно вот тут не нужны. Давайте вот все-таки вот тут разобразим. Вот такие маленькие, пускай на всякий случай будут. И сзади, сзади, сзади. Не, сзади тоже они не нужны. Абсолютно. А двери какие у нас? Они у нас обычные. Давайте, конечно, сделаем ламбо двери вот такие. И попробуем прокатиться теперь. Давайте-ка взглянем, что у нас получается, дорогие друзья. Воу, чикинг. Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу. Вот эта заявочка на батл, реально. Ребята, ну-ка проверяем, как она прет. Воу, что с машинами в вакханалика? Воу-йоу-йоу-йоу-йоу. Ну-ка. Проверим, давайте-ка взлетим мы или не взлетим на горе, которая, ну, на вот этой горке. Ну-ка, 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 йоу-йоу-йоу. Черт, она реально стала очень быстро. Капец, какая быстрая тачка, йоу. Вот это на самом деле, да, ребята, тачка просто отпад. Она стала реально летать, просто бешеная. Супер бешеная машина, которая прям, не знаю, рвет и мечет, рвет и мечет. Реально, многие люди писали, что Rolls, точнее, Bugatti будет быстрее ламбы, если ее прокачать на полностью. Да, ребята, вы правы. Она будет намного быстрее, если ее прокачать на максимум, абсолютно. И, кстати, можно ли продавать эту тачку или нельзя? Кстати, сейчас почему-то продажа авто закрыта, ей нельзя заниматься. И давайте-ка... Да чё со столбами? Чё всё рушится? Я не пойму, почему всё ломается и падает. Ладно, давайте-ка проедем через столбы и попробуем разогнаться прям на максимум уже у нас в аэропорту. Может быть, там можно будет сделать что-нибудь прикольное. Воу-воу-воу, куда мы летаем? Куда мы летаем? Что происходит с игрой? Я не понимаю. Так-так-так-так-так. Поехали, поехали. Что со столбами? Окей, ладно, я ничего не понимаю. Но со столбами в игре что-то происходит неладное. Вообще, мне не нравится. Так, где-где-где-где. Поехали сейчас. Поедем в аэропорт и попробуем там взглянуть на, и замерить настоящую скорость. Если я не ошибаюсь, у нашей ламбы была скорость, получается, сколько? По-моему, 350. Что такое? 380 была скорость у ламбы максимально. Ну-ка, вот давайте проверим, какая скорость будет у... Получается, у Bugatti. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Встаем вот абсолютно вот так вот. Получается, упираемся в заднюю вот эту штучку. И пробуем гнать, 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 гнать. Гоним, 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 гоним. И пробуем разогнать ее на максимум, на максимум, на максимум. Сколько она даст? Ну-ка, 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 ну-ка. 300, 350, 300, 300, 380. Блин, она едет так же, как и ламба, в принципе. Она... По скорости такая же абсолютно, как и ламба. Ну-ка, 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 ну-ка. Так, 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 может быть, еще она что-нибудь даст? 308, нет, больше 300, 400 не выдает. Не выдает 400, вообще никак не выдает. Абсолютно, 386 это был ее просто максимум. То, что она может дать на самом деле. И, ну, в принципе, тачка клевая абсолютно, ребята. Как вы видите, у меня уже все есть донатные машины, Range Rover, вся фигня. Поэтому, дорогие друзья, если вы захотите тоже получить такой же Bugatti Chiron, как я, то абсолютно это легко. Дослушивайте меня внимательно. В описании я оставил вам ссылочку на специальную секретную версию симулятора автомобиля 2, где у вас будет миллион денег, получается 2 миллиарда денег, и все машины будут открытые. Она будет находиться, получается, вот в этом доме. Слушайте меня, все машины, они уже куплены, их не надо покупать. Они будут стоять в магазинах, но они уже куплены, нужно просто покупать гаражи. То есть, когда вы купите вот этот дом, у вас появится Bugatti Chiron. Она будет находиться вот в этом гараже. Когда вы его купите, этот дом, то вы, естественно, получаете и вот эту тачку Bugatti Chiron. После чего вы сможете абсолютно легко играть и кататься на ней вообще везде. Хоть в онлайне, хоть в обычной игре. Где хотите, вы сможете на ней кататься, и все абсолютно круто. Поэтому по ссылочке в описании переходим на
мою секретную версию симулятора автомобиля 2, качаем и просто радуемся жизни, том, какая у вас крутая тачка Bugatti Chiron, и которую вы получили абсолютно бесплатно, не тратя вообще ни копейки, и все очень легко. Все очень легко и реально прям быстро, и это прям по-топчански, я не знаю, прям топчански. В общем, все, дорогие друзья, на этом. Если вам понравился ролик, то обязательно поставьте лайк. Если захотите, чтобы я рассказывал, как получить Rolls-Royce бесплатно, то тоже подписывайтесь на канал, жмите на кнопку на колокольчик и пишите в комментарии, если хотите узнать, как заставить, получается, мобов летать, чтобы у вас по карте мобы летали. Потому что на этом канале я расскажу, как делать так, чтобы столбы переворачивались, всякие вот эти приколы были с машинами. Это я все расскажу в следующих роликах. Поэтому обязательно подписывайся на канал, ставь пальчики вверх и пишите комментарии. Ну а с вами был Личи, и всем до скорых встреч, топчанский!